совершенно никаких сомнений, что я хотела бежать в Питере, потому что, ну, это самый красивый город на Земле, мне так кажется. Вы знаете, я всегда очень уважала спортсменов, потому что это удивительные люди, которые с самого детства проходят через то, через что обычные люди проходить не могут. Я всегда говорила, что это цельнометаллические люди с горячими сердцами.